На президента Турции во время выступления набросился поклонник. Неизвестный выбежал на сцену и полез к Реджепу Эрдогану обниматься. Президенту это не понравилось, и он оттолкнул настырного фаната. Охрана задержала мужчину, но ненадолго. Поклонник оказался основателем фонда ветеранов боевых действий в городе Шурнак. По его словам, ничего плохого и в мыслях не было. К Эрдогану он бросился из самых лучших побуждений.